Как жаль, что нельзя передать через объектив камеры аромат, который исходит от этой орхидеи. Всем здравствуйте! В сегодняшнем видео я хочу показать, как растет цветонос у орхидеи камбрии. Этот сорт орхидеи для меня в новинку, поэтому мне было очень интересно, откуда выйдет цветонос и как он будет развиваться. По мере того, как цветонос рос и менялся, я снимала фото и видео. Теперь хочу поделиться и с вами. Дата первой съемки, когда я в пазухе листа увидела малюсенькую пупырышку – 7 февраля, а сегодня 23 апреля, то есть рост цветонос до полного распуска 2,5 месяца. Это приятное ожидание, и оно того стоило. Красивые восковые цветы с приятным ароматом. Знаете, чем пахнет в комнате? Сдобными ванильными булочками с корицей. Пасхами пахнет. Оставляю вас наедине с чудом. Приятного просмотра!